Нет договора, нет электроэнергии. Сегодня специалисты ресурсоснабжающей компании «Тюмени» провели рейд по незаконным подключениям. Например, в Березняках потребление одного из нарушителей составляло 30 киловатт в час, хотя норма для населения в два раза меньше. Из-за этого у соседей были перебои в напряжении. Сотрудникам компании удалось по телефону дозвониться до собственника. Он подтвердил, что договора со снабжающей организацией у него действительно нет, поэтому сегодня нарушителю электроэнергию отключили. Дома с подобными нагрузками мы уже находили в Тюменском районе, да, и, как правило, заканчивалось это все тем, что выявляли в данных домах майнинговые фермы. Вот. Здесь дом недостроен, нежилой. Есть два варианта. Либо там также стоит ферма, которая постоянно, круглосуточно потребляет одну и ту же нагрузку, да, либо это включенные системы отопления для того, чтобы сушить там штукатурку, бетон и так далее. В этом придется разобраться уже полиции. Факт незаконного подключения зафиксировал участковый. Нарушителю грозит немалый штраф.